Ай-яй-яй-яй-яй. Привез какой-то аттракционный парк в Нидерландах. Но я не знаю даже сама, что это такое еще. Сейчас будем смотреть и изучать, да? А я сделала новые футболочки для моих мальчиков. Покажи своего покемона. Вот он, покемон. Покемоша. Руслан! Руслан! Вот вторая маечка. Pokemon Go. Мы в игру такую играем теперь, где мы ловим покемонов. И вот, чтобы было веселее их ловить, мы сделали футболочки. Заходим и посмотрим, что внутри. Папа решил поставить наш номер телефона на их руки, если в случае того, что они потеряются, люди могут позвонить нам и сказать, где наш ребенок. Да, Руслан? Тебе сейчас тоже напишем. Теперь все знают, что ты занят. Ты наш ребенок, ты не чей-то еще. Мам, покемоны. Мы написали этот номер, что если ты потеряешься, лучше подойти сразу к тете с детьми, понял? К маме какой-то. И сказать, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. Это телефон твоего папы. Они позвонят по этому телефону и тебя найдут. Мы тебя найдем. Классно? Но ты не потеряешься, правда? Держись за меня, тогда ты не потеряешься. Ты же покемон, тебя все хотят поймать. Да. Да? А мне принеси моей маме и папе. Да. Ну, поехали. Журку надо закрыть. От солнышка. Сейчас будем развлекаться, правда, Руслан? Как сказочная страна. Сказочная страна со всякими интересными персонажами, которых мы даже не знаем. Thank you.
Джульет, Джульет, ты первый раз на паровозике сейчас поедешь? Я тоже первый. Ты не первый раз, по-моему. Ты когда маленький был, катался? Тут? Нет, не здесь. Ну, здесь первый раз, да. И Реми тоже. Правда? Да. Здорово. Не, я не, никогда не был тут. Ты здесь никогда не был? Потому здесь что в Бельгии. Я в Америке. Да, ты в Америке. Да, да, давай, залезай. Вон они тоже залезают. Нет, ты вот туда пролезай, вон туда. Так. О, молодец. Классно. И поехали. Первый раз Жульет едет. И Руслан, и Реми. О, как высоко. Реми, как тебе? Классно? Да. Вау. Ты держишься? Да. Держись хорошо. Я знаю, мы высоко-высоко летим. Как красиво здесь. Правда? Вон они наши летят уже. Упсики. Какой тут сказочный городок. Правда? Смотри, там кто живет в болоте? Кто там живет, Реми? Мама, найди руки. Ну, давай я вот эту уберу. Так лучше? Да? Ой. Вау, площадка! Твоя любимая. Смотри, как красиво. Это круто. Да, привет, Жуля! Привет, Жульет! Все, мы приехали обратно. Да, Реми, тебе понравилось? Да, еще! Ну вот смотрите, обычный ресторан, а здесь гуляет. Кто там гуляет? Павлин. Представляете? Павлин ходит просто так по улице, по ресторану. Это его натуральная среда в ресторане. Нет, ну в Нидерландах они здесь живут. Круто. Вообще круто. Не ходи в цветочки только, зая. Он здесь живет. Он в этом парке живет, Руслан. Представляешь, классно? Сняла? Да? Мама. Я сняла его. Да, да. Ну, он, они плохо летают, эти птицы, потому что они очень тяжелые. Поэтому они живут в одном месте и никуда не перелетают. Николя, Иля Порта. Ой, сейчас. Это включится. Интернет. Иля Порта. Déjoué pour moi, déjoué pour toi. Это Сан-Николя. Святой Николай. Il apportera. Déjoué pour moi, déjoué pour toi. Onderin. Ну-ка, пой песню. Мир, ладоки, любовь, карапи, алло, анкали, алло. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est bon, tout est.
это красота, мы не любим концерта. Чижика собаку, петьку, забияку, обезьянку, попугая, вот компания какая. Цыпленочек мой, курочка моя. Ну вот, интересно, что у них здесь вот эти корзины такие расставлены просто везде. И они, оказывается, для мусора. Но, по-моему, для какого-то специального мусора, то есть, например, для бумаги, мне кажется, потому что, мне кажется, просто так мусорки бы не расставляли. Но они вообще везде в Нидерландах, они же очень чистые здесь люди, чистоплотные. Вот. И они любят делать все возможное, чтобы люди оставались чистоплотными. Мои морковочки идут. Здравствуйте. Мам, держи! Держу, держу. Вау! Види! Вау! Зуля ходит! Ну, встань! Qu'est-ce qu'on fait? Ну, встань! Tu peux expliquer à la caméra qu'est-ce qu'on fait? Tu peux expliquer à la caméra qu'est-ce qu'on fait? On mange de pique-nique au parc. On attrape des Pokémon. Oui, et puis on va construire un bateau et on part. Regarde la caméra quand tu dis. Rémi, tu dis on fait quoi? On construit un bateau. Non, il a dit conduire un bateau. Hein? On va conduire un bateau? Ouais. Thank you.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. В грибе тоже. Это так классно, такая сказка прямо. Ты бы хотел в такую сказку попасть? Реми, Руслан, вы в сказку попали. Мы в настоящей сказке, это волшебный лес. Здесь живут всякие чудовища и всякие человечки грибные, лесные. Это здорово. Кстати, это третий по величине парк аттракционов в Европе. Так что нам повезло. Сегодня национальный день Бельгии, Руслан. Сегодня национальный день Бельгии. Все в Бельгии справляют этот день. А мы справляем его здесь. Это здорово, правда? О, закрылся. Все, пойдем к другому царю. Да, точно, вот, папье, пир. Это значит, бумага здесь. Вот эти корзины. Где? Попугай? А, попугай. Попигай. Попигай. Вау. Пойдем смотреть. It's funny, it's almost like Russian word, it's eh? It's like a bird, eh? Yeah, papugai. Yeah. Papugai. Bonjour. Привет. А дома? Нет, скажи привет. Привет. На буду. Он повторяет за нами, это круто. Пойдемте теперь, мальчик.